Сегодня 22 сентября. Там, где Володя повредил ногу в прошлый раз. Сегодня мы пришли опять сюда уже. Не имется нам. И свалили мы где сколько? 8 деревьев. Так, кидайте. Самый большой тополь. Тополь это что? Ну, сантиметров около 40 диаметр, наверное. 35. Сейчас я посмотрю. О, тяжесть какую из дороги убираю. Но это не убрать. Сейчас я посмотрю. Ну да, 38 сантиметров тополь. А провода наши, вот они. И вот если посмотреть теперь, вот как прочистили. Сколько деревьев тут, сколько деревьев было и как прошли. А остальные деревья-то, все кречки как будто напугались и отвернулись, и наклонились к воде. Не трожьте нас, мы на провода падать не будем. И вот здесь как отрожек такой у пруда. И пока мы пилили, один веревку тянет. Сначала лестницу поставить надо, зацепить высоко, тянуть. И в это время утки пролетали, косатых стая. И главное, они садятся на воду за полуостровом. А одна вверху летает, еще наблюдает, нет ли где охотников. Вообще удивительно. Вот теперь что, лестницу домой надо тащить. Берите хоть что-то с собой. Я беру веревку, это веревка моя, вот она, альпийская веревка. Видите, какая толщина, чудо, как хороша. Ладно, брось, Володя. Ну еще, давайте до этого, до коровника, дотащите лестницу. А потом пойдем на тележке. Так, Володя, я это, Никита возьмет ножовку. Давай мне топор, наверное. Ну все, давай поблагодарим Бога. Господь спас нас. Это пруд такой наш. Это удивительно все. Сохранил нас Господь. И остались мы здесь. Молимся. Боже, милостью будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Бесчислав я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Благослови это место и всех приходящих сюда. Ты даровал нам труд и сделал его полезным и безопасным. Аллилуйя. Ты показал дивную милость. Как богата эта местность. Хвала тебе. Воздай милость тебе всем, кто заботился о нас, кто молился о брате Владимире, о поврежденной ноге. И ты возвернул его к работе. Слава тебе. За все тебе, Боже всемогущий, хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну все, собирайтесь. Видите, какой ветер наклонил крест. Крест наш, который над огородом. У нас везде 5-7-конечные кресты. А? Он те ветки-то задевает, провода. А? Он те ветки-то провода. Обрубите. Обрубите. Возьми топор, подойдите сейчас, все до одной ветки обрубите. Попутно еще лестницу кладете. Лестницу отнеси, Никита. Что с тобой? Обратно пойти или еще? Что-то сонный такой все время. Я сейчас показать хочу издалека. Тут диакон нынче сено накосил. Сколько? Показать отсюда. Видно, не видно. Вот. Понимаете, что? Я не знаю, у него сколько-то. Голов-то 7 рогатого скота, а может 10. Так это какой ряд-то от земли? Ясное дело, только нам видно, что третий ряд. Он может быть, сколько вот эта вот матушка, катушка. Так еще не убрал, там на поле сколько у него. Это действительно земля, текущая молоком и медом. Алтай. Житница Сибири, а Сибирью будет прирастать Россия, Ломоносов. Вот мы здесь как раз и находимся. О, какие вокруг-то поля. Огромные-огромные тополя. Сейчас батюшка звонил, там надо у овечек что-то городить. Сарай решили подправить. Сегодня мы работали. Богу слава за все во веки веков.
Аминь, там какие-то лестницу один тащит.